Здравствуйте. Может ли имя влиять на судьбу? Может ли поменять судьбу? И надо ли имя менять? Приведу свой пример. Родилась я в деревне. Имя мне дали Зина. Я вот только сейчас поняла, какое же это прекрасное имя — Зинаида Зиночка. Но тогда я комплексовала с детства. Объясню почему. Потому что поросят, которые у нас рождались в деревне, называли Боря и Зина. Вот так у ребенка может выработаться комплекс. И я имени своего стыдилась. Я и сутула, и ходила. То есть это для меня был комплекс. Вот как будто нарядилась в какую-то одежонку такую. И так я жила много лет. И потом я решила имя поменять. И я взяла себе имя Лиза. И я изменилась. У меня, знаете, и уверенность в себе появилась. И мне так нравилось, когда говорили «Лиза», «Елизавета», «Лизонька». Все это поменялось на психологическом уровне. И на энергетическом, думаю, тоже. Вот так, видите, как имя может меняться человека. Конечно, это судьбу мою стало менять. Конечно, потому что я уже, когда знакомилась, я уже... не комплексовала, когда спрашивал молодой человек, а как тебя зовут? Ой, а как я могу назвать? Я говорила, Лиза. И это вот было совсем другое дело. Поэтому, когда имена детям выбирают, нужно к этому тщательно подходить. Я вообще за то, по-моему, где-то, в какой стране, в Японии, когда ребенок подрастает и сам себе имя выбирает. Я вот за это. Бояться менять имя не нужно. Я сейчас расскажу пример. Один из моих клиентов, мы с ним стали заниматься, зовут его Владимир. И он говорит: Серафима, у меня все в жизни наперекосяк, потому что мой дед назвал меня в честь своего погибшего друга. Это мне сказала какая-то ясновидящая, что значит вот этот вот, какую-то там он, значит, проклятие на него, все это вознеслось из-за того, что так дед назвал. Я говорю: ну, во-первых, это неправда. Давайте мы теперь с вами немножко опять откатимся на несколько тысяч лет назад. Как наши вообще бабушки, дедушки давали имена? Они давали в честь своих ушедших прадедов. По святцам имена выбирали, но в основном давали в честь своих близких. Потому что имя – это род, и нести его нужно было. А вот женщина это ему сказала, этому Владимиру, и он уже стал эти программы свои включать в себе. Я ему задаю вопрос: Владимир, а что это у вас жизнь наперекосяк? Вы работаете, у вас семья, дом, у вас внуки. А что это у вас наперекосяк? Что вы заболели? Ну так, милый мой, сейчас больных-то вон сколько. Но если вы себе будете это внушать, что вам дали имя, и поэтому у вас все пошло наперекосяк, у вас все пойдет наперекосяк. Имя надо носить достойно, имя надо носить красиво, надо именем своим гордиться. Поэтому имя можно поменять и нужно менять. У меня теперь, например, три имени. Меня зовут и Зинаидой, и Елизаветой, и Серафимой. И мне это очень нравится. Очень нравится. Я говорю: знаете, у меня три имени. Поэтому как вы к этому относитесь? Не нравится вам ваше имя? Не мучайтесь, возьмите, поменяйте. Не обидятся и ваши родные, они вас поймут. Поэтому... конечно, оно может повлиять на судьбу, но не магическим моментом. Конечно, и психологически. И это можно назвать, наверное, какой-то магией, потому что вы будете по-другому себя чувствовать. И бывает так, опять же, не мой случай, но я знаю, что такое бывает. Человек действительно может все у него измениться. Но опять же, как он это чувствует? Как он это чувствует? Вы, главное, будьте уверены в себе. Не надо комплексовать. Хотите поменять имя – меняйте. Но когда вам дают имя ваших предков, и когда это имя вам нравится, вы хотите поменять его, что вот вам такая ясновидящая что-то там, извините, сказала, не надо это делать, это полная глупость. Имя, фамилия, отчество, родина – это такие вещи, но родину-то нельзя менять. Родина, она у нас одна, как и родители. А имя, если уж вот так вы себя чувствуете, поменяйте. Вот я бы сейчас ни за что не стала имя Зинаиды менять. Я говорю, какая же я была глупая. Понимаете? Порой, когда мы взрослеем, что-то у нас меняется, мы понимаем.
Поэтому имя нужно подбирать. Во-первых, оно должно быть созвучно. Сейчас очень много имена берут иностранные, а зря вы это делаете. Зря вы это делаете. Вы вносите дисгармонию в свой род, в свое родовое древо, в свою фамилию. Да, Иванова, там, не знаю, Джульетта или еще как-то называют. У нас прекрасные имена, татарские, чувашские, русские. Но это мое личное мнение, конечно. И должна быть гармония, понимаете? Иванова, Анастасия Николаевна. Красиво звучит, прекрасно звучит. Поэтому все, что мы произносим, звуки, слова, все это энергия. Комплексуете, дисбаланс пошел. Поэтому нужно и одежду по вкусу выбирать. Не надо гоняться, что сегодня модно голубой цвет или оранжевый. Вы должны носить то, что модно для вас. Это будет полная, так сказать, красота и удача. Поэтому не бойтесь поменять имя, не бойтесь, что у вас будет несколько имен. Это интересно, это еще более расширяет ваш, так сказать, простор жизни.